Скорпиончик. Всем привет, это канал Scorpion Play. Мы продолжаем проходить резидентик по... Да. Вместе с The Best Inside потихоньку. В этой серии, я думаю, мы уже пройдем. Нет, мы не пройдем, я не сохранился. О боже, мы не сохранились в прошлый раз. Нет, мы сохранились. Походу. Их, по-моему, убить можно только тогда, когда у них сгорает вся жопа. Или вот эти прыщи сломать. Я бабал! На, все, умри. Жердяй. Прыщавый. Так, а что нам надо? Г, палка. Пузырьки и жирная палка. Окей, давайте. Г, палка, пузырьки, жирная палка. Окей, все. Это где? Мы сейчас здесь, выходим налево. А, все понял. Так, флешечка, у нас места нету. А вот это мы выкинем, кстати, и нормально. Все? Да. О боже, не рогай. Остался, получится? Смотри мне, я... Минус 2 сейчас будет. Так, окей. О, тут сейчас мешать надо будет. Пользовать? Да, тут мы вставляем колбу вот эту. Так, включен. Итак. Так, как будто сейчас получится, смотрите. О, сюда. Я не понял, как это получилось, но это получилось, ладно. Угу. Так, его мы возвращаем обратно. Кто? Да, мы его возвращаем обратно. Так. Он, по-моему, скажет, что температура не соответствующая. Температура раствора в недопустимых пределах, да. А что делать? Я забыл уже. Тут, по-моему, страшно. Кстати, тут этот. Порох. А нам не с чем, да? У нас нет, ладно. Да, не с чем, ну ладно. Гранатомет перезаряжен. Мы можем, в принципе, знаешь, что сделать? А, нет. Так, а что теперь, куда... У нас есть устройство, которое открывает замки. О, вот это. Да? Да. Модуль сигнала. О, нет, тут парни веселые. О, это нам надо. А чё, не брал ничего здесь? Да нет, я раскидал их вроде. Так, подожди, чё нам надо? Я запутался. Включатель. Тут мёрф. А тут чё? О, вот это надо. Ну подходит, да, блин. О. Это мув. А, нам мурф надо. Да, блин. И что мы сделали? О, мы запитали здесь. Теперь можно сходить обратно. Ну-ка, на всякий случай вот так.
Там бабайка, по-моему. Порох у нас нету второго. О, это база. 7 патронов зажигательных уже. О, вот тут мы и сохранимся. 25-я уже. Угу. Ножик у нас есть, ножик. У нас есть ножик. Мы можем выложить что-нибудь. Выложим мы, наверное... Это, в принципе, у нас патрончики есть. 2 ячейки. Картридж с раствором. Он нужен, наверное, еще. Окей. Так, у нас карта второго доступа. Мы ищем третью, да? А, мы забрали все, окей. Пес тут месиво был, я помню. Жесть. Так, ты сейчас станешь собакой некрещенная. Нам дальше, да? Или вот сюда? А, вот сюда. Так, тут что-то есть, лежит. Бака, встанешь же, да? Здравствуйте, доктор Ли. Окей. О, сейчас у нас это гранатомет есть, мы сейчас это... Дэм! Надо было захватить что-нибудь потеплее. Не надо было куртку этот мелкий давать. Так, сюда мы вставляем эту штуку. Картридж. Оп. Идет охлаждение. Так, быстро. Ты, по-моему, перепутал. Ты не охладил, а чуть-чуть, ну как бы тебе сказать. Ты, по-моему... Охлаждение не так работает. Картридж с гербицидом. Охлаждение завершено. Порох. А, ну у нас нет места. Мы не можем тебе позволить. На обратном пути встанет дура, да? А нам не нужно это помещение. Мы в любом случае уйдем отсюда. Все. Пошли. Так, а там мы вроде в главный зал себе открыли проход. Или обратно сходить? Обратно это лестница. А обратно, в принципе, быстрее будет вот тут. Вроде бы. Да, нам тут подняться, и все, и мы туда идем. А вот тут мы могли, кстати, патрон... О, боже, чуть микрофон не убил. Там могли этот... Патроны сделать уже. Парни, смотрите прикол. Я не буду до конца добивать. Так, нам прямо уйди, жирный. Тупой цветочек. Все. Но я не думаю, что он теперь будет как-то выделяться, этот раствор. Он работает. Капец. Это должен был, по идее, ледяной дождь идти. На, жирный Бебрумс. А вот и карта третья. Я бежу. Подумаешь, что же сорняки разрослись. А, всего лишь. Внимание, вы распылили опасный раствор. Без получения предварительного этого. Ваши действия задокументированы. Короче, этот на нас жаловаться сейчас будет. Сразу объединим. Ой. А, подожди, не двигайся, видишь, я попасть пытаюсь. Все, назад, да? Ну да, мы карту забрали, все, бежим. Все, сейчас пойди. Ты откуда? Ты как двери научился открывать? Я флешку в жопу засунул. Нет! 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 Жирдяй. Блин, ножик жалко. Ладно.
получается все. Там компьютер вроде можно было открыть сейчас. Меняемся. 26-й. Let's go. И сейчас... Ну все, на выход, по идее. А меня выпустят? Да, выпустят. Ой, парни. Да блин, ну место хватит забирать мое. Разберут в наглое место. О, вот это надо, кстати. Спасибо. О, а это место, где этот Биркин разошелся. Тут вентиляция сверху есть, они спрыгнули оттуда. А откуда они спрыгнули? Сейчас покажу, короче. Так, тут ОС. А, изучить. ОС. О. Это осна. Мультики. Да, вот. А, нет, это не та комната, ладно. Вижу G-вирус. Заходим. Крис, был бы такой резидентик? Доктор Биркин, вы пойдете с нами без лишнего шума. По-вашему, я не знал, что вы придете. Это дело всей моей жизни. Я никому ничего не отдам. У нас приказ, Доркер. Я попрошу еще один раз. Не. Стоп, не стреляй. Это типичные американцы, они что сразу палят? Тупые, потому что... Что ты делаешь? Нам же было приказано доставить его живым. Мы внутри, но у нас тут залет. Цель сопротивлялась, ее пришлось устранить. Потому что дебил на операторе. Мартинес. Вас понял, только образцы. А, ну в любом случае мы образцы по него забрали и все. Пошли отсюда. Ну, кстати, мне кажется, в панике он бы не попал им, например, в голову. Типа, они же в брониках все, в бронежилетах. В любом случае, один выстрел он бы выдержал. Иначе зачем, зачем им бронежилет таскать с собой? Ну, или одним меньше, подумаешь. Не знаю, если это ценная операция какая... Опа. Давай, бжи-бжи. А, вот тут, давай. А, там нас намочили, тут... Прикольно. Вот тут, по идее, битва будет. Должна быть. Но зеленым его уничтожили. Да, тут сейчас про образцы, исследования вот эти вот. Рассказывается. Так, чем мы сюда шли, зачем? Дневник исследований. А, это вот про эти рассказываются. А, я думал, что-то надо, я уже забыл. Тут какая-то колба. А, это ключ, это этот медальон Шерри получается, да? О, да. Есть. А, это антивирус, все окей. Нужно возвращаться к Шерри. Сейчас будет. Может, битва с Титаном? Какая-нибудь другая. Нет, смотри. Это Биркин. Странно, кстати. Опять ты урод. Уильям. Не, жирный. Thank you.
Быстрее перезаряжай, одного выстрела не хватит, дур. Он этот, он... Чё за мерзость? Это мой муж. Ну ладно. То есть он хорошо себя чувствует. Я создал G-вирус. Типичный американец. Нужно было убить его. Но я не смогла. Слушай, ты вуман. Надо было... Как же Шерри, как ты могла оставить ее одну в пылающем Raccoon City? Ты что, тупая реально? Я не могла позволить дочери расти в мире, где существует G-вирус. Но это не оправдывает то, что... На. Да реально, выкинь, возьми на прогиб. Тащи. Вуман. Куда я? А я говорил, перезаряжайся сразу. Глупый вуман. Все, поспать, let's go. Ну, это уже первая, вторая, третья стадия. Типичные американцы. Так, окей, вот и гранатометик пришел. Не. Сразу с этих с козырей. На. О нет. Медленно бегаешь, боже. Нет! Тупица, ты что делаешь? Ага, покричи мне еще. А у нас хилок нет. Хилок нету, перезаряжайся, перезарядился. Можем, кстати, и кислотой лупануть. О, вот так. Жердя, чтоб не втыкал. А, не ломай! О, у нас, кстати, этот защита, Old Spice. На 24 часа. А, у нас же дигл где-то был. И вот эта пушка жесткая. На. На. Нет, я ж попал по тебе, ты чё? Жердя, я тебе сейчас... На. Прям в глаз тебя. Да? Ну, вроде нормально мы стреляли. Патрончики, да? Это чё? О, это на этот, на вот сюда. Я обосрался, ты чё делаешь, чёрт? Жесткий дэмэдж. Хватит, ты чё, охерел? Ой, не надо. Не надо. Гранату пропустили. И это. Ой. Что-то в глазик попало, да? Нет! Не.
О, хил, о, ЧК. А все, ГГ. Нам нужно вот это перезаряжать срочно. Все. Нет. Yep. Она удар выдержит вроде еще. О нет. Ты что делаешь, тупица? Бежим. Нет. Не. Флешбэнг. Или это граната была, ты чё? Все. Да? Ну, слабачок на самом деле вообще. Пошочек. Да, все. Так, сейчас назад и за гранату у тебя. Цель нейтрализована. Откуда она знает? Нам, кстати, два халявных патрона для дигла дали. Да, два. А, нет, не для дигла, а для этого револьвера, который может стрелять двумя патронами. Все. А, мы не потратили даже этот второй хил. Так, это убежала спасать дочь, да? Нужно вернуться к Шерри. А тут взяли, высушили, а потом намочили. Ну, черти вообще. Ну, а чё мы там не сделали? Тут зомби сейчас будет. Чё мы дела? У нас есть патроны, можем себе позволить. Ну, что тут? Доступа. Мут, окей, мут. А, изучить? Мув, наверное. О! Пользуй, мув, да. Угу. Все, запитали. А, под сумочек. О, достижение! Полно места, да? В натуре полно места. Лежать. О, хэдшот жесткий. Записка Уэйна Ли. Кровь повсюду, что происходит? Они мертвы, все... Это все те люди в черном USSS, спецназ и штаба, но почему? Так, а мы ради чего это сделали сейчас? Мы взяли место и все? О, вот так. А, жирная тоже тут. О, смотри, все нормально. Я знала, что у тебя получится. Маме нужна помощь. Шерри, ты как? Хорошо. Ну ты сама выглядишь, неважно. Да она сдохнет, тупая дура. Такие надо. Взгляните на экран. И чё там? Слава богу, чё такое? Значит, Шерри всё будет хорошо? Слабость ещё не скоро пройдёт, но да, G-вирус побеждён. Слышала? Не знаю, мне вообще не жалко ее на самом деле. Что с ней случилось? На нее напало чудовище. Не беспокойтесь обо мне. Да вообще насрать нам. Отведите мою дочь в безопасное место. О, дала, четвертый. Прости меня, Шерри, прости за все. Она смотрит на нее так. Сейчас твоя жизнь важнее всего. Мы не можем бросить ее здесь. Права, не можем. Внимание, обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Кто забрал? Переход в режим блокировки.
А, это код активации самоуничтожения. Это этот Леончик забрал вроде. На случай, если Джавирус покинет здание. Пожалуйста, спасите мою дочку. Да изи вообще, в шестой части она будет уже это. Нет. Ладно, пофиг, она была тупой. Пора прощаться, вставай. No, listen. Идем. Была права насчет куртки. Слушай, и потом поговорим об этом, надо бежать скорее. Ори. Да все, пофиг. Админ, мы теперь админы. Это выкидываем. А чё ты? А где? А, нафиг ты её положила туда. Чё, валим? Шерри, бежим. Не хочу тебя подгонять, но нам нужно идти. Давай, бежим. Капец, если босса сейчас не будет последнего, я не знаю. Зачем мы все копили тогда? Клэр? Спасибо, что была так добра ко мне, что помогла. Рада, что встретила тебя. Я тоже рада, что встретила тебя, Шерри. А ничего, что мы еще ниже спускаемся? Ну, оставим благодарности сначала, давай этот выберемся отсюда. Мы еще ниже спускаемся. В метро, возможно, не знаю. О, это из этого. Из дополнения к резидентику, ко второму вот эти вот дополнительные миссии на скорость. Вот это. Нож, давай возьмем. У нас полно места, в принципе. А вот это нельзя. Пофиг, что мы сейчас взорвемся. Вот это нельзя пропускать. У нас их 5, что ли? А, все. Или нет? 28-е, последнее сохранение. Ну, тогда... Я, конечно, ни на что не намекаю. Короче, назад пошли. Быстрей. Опа. 10 минут до взрыва. Все, бежим. Он лошочек. А, просто бежим? Даже не отстреливаясь? Опа. Да пофиг, на траву, в принципе, уже. У нас куча баллончиков. Или не надо их было брать? Или сейчас просто паникушный момент? Мы Шерри кинули, кстати. А, фух, я думал, реально мы ее кинули. Конечно, заперто. Ты куда, ты чё? Кажется, это можно открыть с другой стороны. Я понял. Да откуда жопа падает? А, вон он. Минус один. Открыла? На, выкси, напоследок. Открыла, нет? На ноге. Все, бежим.
64 патрона еще. Ой. Хедшот. Нет, не было. Не. Сейчас может быть босс? Шерри, ты где? Ты где? Я прямо за тобой. Молодец, кажется, мы почти выбрали. Я, конечно, ну... Ладно. Ладно. Клэр, может это поможет? Можно попробовать. А чё она? Чё нашла? Где? Ты чё там делаешь? Идём. Фильм за нас здесь. У нас тут вообще-то взрывается вся. Капец, она медленная. Оу! А я не могу. Очень жалко, ну ладно. Такая штука того стоит, мне кажется. Где батарея? А где батарея? Внутри может? Да, вот. Иди в жопу! Ура! Что ты делаешь? Батарею беру. Right here, okay? Okay. А потом поезд взрывается. Good. Be careful. Good. Always. Все, а счастливого путешествия в Канаду. Так, ладно, что-то получилось. Хорошо, разработал. Отлично. Воркин. О, Леончик. Клэр. Чё? Леон? Ты тоже здесь? Ну, вообще-то он взорвался. Да, но все здание рушится. Слушай, тебе надо выбраться быстро. Знаю, я нашла выход. Думаю, у нас все получится. Where are you now? А ты где? Claire, are you still there? Ты еще там? Леон, I'm sorry, you're breaking up. Связь прерывается. Don't worry about me. Обо мне не волнуйся, уходи отсюда. Леон, Леон. Damn. Damn. Я бежим. У нас вообще-то 5 минут осталось. Ой. Ой. О, босс файт. Иу. Вот сейчас будет весело. Не. А, нет. Я ж пошутил. Не. Ой. Ай! Ладно, давайте постреляем с миниганом. Мне кажется, мы не успеем. Nee. Да уйди, жирный, уйди! Так, опасность, надо хилиться срочно.
Он, да, у нас же нету хилок, спасибо. Куда пошел? Жирдяй, такой жирный, иди отсюда. Мы сдохли. Шерри поехала домой. Я не вижу, куда я херачу. Нет! Опасность. У нас одна хилка, реально. На, какашечка. О боже. По-моему, граната, около, когда лица взрывается, должно под другой эффект быть. Нет! Не трать хп, какаха, на! А все, ты бегай. О нет. Да блин, мы пистолет не потратили с вами. Очень жалко. Ну ладно. Кстати, мы сохранили кучу хилок. Все, он сдох наконец-то, да? Жирдяй. Так, а вот и путь. Все, мы его замочили. Все хорошо, я с тобой. Все, уходим отсюда, реально. На старт, внимание, марш, поехали. А нам дадут поуправлять? А, вот Леончик сейчас прибежит. Да, вот сейчас Леончик заходит к нам. Зеленый босс поинтереснее, на самом деле. Тут мы его просто задушили этим миниганом. На Кшери бежит, а тут Ленчик, да, наверное? А, он вот сейчас зайдет. Что будешь делать, когда мы выберемся отсюда? Хочу знать, где ты живешь. Здорово, потому что мне срочно нужно в душ. Правда, все так плохо? Да уж. Клэр! Леон! Какая у меня страшная улыбка сейчас была. Ну и получается... третью, четвертую часть, возможно. Не знаю, что с Шерри, но мне кажется, этот Клэр за ней ухаживала несколько частей. Потом... ну, четвертая часть про что? Ну, вот четвертую часть она, наверное, за ней ухаживала. О, вот и этот жижа. Интересно, это была отсылка на Немезиса или этот? Достижение рождения героини. Завершите кампанию за Клэр. Ну, смотри. 4 часа. Ну, 5 часов, грубо говоря, 5 серий. Нет. Нет, не
Так что вот такая компания у нас получилась за Клэр. С резидентиком вторым мы уже закончили. Все. А, следующий, наверное, будет седьмая часть. Нет, седьмая. Седьмая часть, да. Возможно, Биохазард. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты. Увидимся с вами в следующей части. Всем пока.